Hey, what's up, ребят? Меня зовут Лёша Майсак. Это Стас, Эля, Димас. И сегодня мы снимаем самый легендарный ролик на нашем канале, где мы уже сняли целых две части, а именно, кто последний скажет нет, получит косарь баксов. Если вы еще не знаете правила этого вот челленджа, то я сейчас вам расскажу. У нас будут разные задания, которые мы будем задавать друг другу. К примеру, Эля, сможешь сделать сальто? Если она говорит нет, то она выбывает. А если же она принимает этот вызов, то она обязательно должна сделать сальто. Ну что, пацаны, вы готовы продуть? В смысле продуть? Сегодня я заставлю вас почувствовать боль, понятно? Это мы еще посмотрим, Димас, кто кого заставит. Так, ну что, давайте спорить, кто кому первый загадывает. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот, чувак. Мы все втроем думаем задание ему. Да какое задание вы не придумаете, я его выполню. Понятно? Дима, кстати, недавно вещи все постирал свои. Реально? Все-все-все? Да, вообще все. Я предлагаю, чтобы он их просто выбросил. О, хорошая идея. Давай, Димас. Все, что ты сейчас постирал, берешь и снова, получается, вымазываешь. Да, а лучше берешь все эти вещи, закидываешь в мусорный мешок и выбрасываешь его в мусорку. А? О, ну это жестко, Стас. Ну ладно, это же задание. Ты же хочешь это сделать, да? Да проще простого. Так, Димас, почти все загрузил. Давай, давай. Только мои вещи, смотри, не уцепи, а. Ребята, это все полетит в мусорку. И тебе, кстати, нельзя будет доставать это примерно сутки. Надеюсь, за сутки никакой бомжик Игнат у тебя ничего не украдет. Я тебе, Стас, все припомню. А что мне? Понял? Это все мы придумали, что мне? А, все мы придумали. Я слышал, как ты сказал. Я проконтролирую. У Димы там шмотки постирались все. Хорошо. Слушай, Дима, давай. Лучше иди выбрасывай свои вещи. Что, все собрал? Все собрал, все. Ну давай, в мусорку неси. Ну что, Димас, ты уже вот возле мусорки, поэтому пора выбрасывать свои шмотки. Да, Димас, трехочковый. Эх, да, конечно, это жестко. Я надеюсь, мусоровоз сегодня не приедет, чтобы, так сказать, мои шмотки не увезли к какому-нибудь бомжу. Но на самом деле шмоток у Димаса много, а вкуса вообще нет. В смысле нет вкуса? Так, значит, Эля, для тебя следующее задание. Взять еду у этих собак. Ты же любишь их, да? Вот слабо взять еду, забрать. О, кстати, Димас, хорошая идея, забрать и украсть еду. Ребят, это вот, это самая злая собака на районе. Вы не представляете, насколько она злая. Давай, забирай, это челюсть. Я не хочу, ладно, точнее, да, хорошо, конечно. Ладно, Эля, давай, мы тебя подождем немножко где-нибудь здесь. Да, сама забирай. Давайте, типа, мы пришли к ней в гости, просто, типа, дружные, дружелюбие. Так, теперь самое главное. Так, тихо. Все, спи, хорошая собачка, молодец. Эля, ну ты вообще даешь, ты украла целую тарелку еды. Дима, это было слишком жесткое задание, смотри, как они хотят кушать. Ну ты можешь сказать волшебное слово и проиграть, и да, оставить еду, и все. Я лучше их завтра покормлю, но выиграю это 1000. Понятно, Эля, вот так ты любишь собаку, украла у них их еду. В смысле? Я им за эти 1000 долларов куплю мраморную говядину. Но ты же хочешь эту еду потом выбросить в нашу мусорку и закрыть ее, да? Конечно, хочу, Стас. Ну вот. Ну что, Эль, выбросила всю еду, да? Да, выбросила, Стас. Теперь твоя очередь выполнять мое задание. Хорошо. Пацаны, идите сюда, давайте обсудим, что ему загадать. Так. Может, состричь волосы? О, ну это слишком жестко. Может быть, под финалочку? Конец, да. Будет очень интересно. Да, вообще, что-нибудь лайтовое, ребята. Надо поиздеваться над ним. Давайте использовать, что у нас вообще есть. Давай просто перевернем вот эту бочку вот так. И стоп, ты должен 5 минут вот так простоять. 5 минут на бочке простоять? Это ж невозможно. Да, вот так. Когда ты падаешь, ты встаешь снова, и твои 5 минут засекаются снова. Короче, обнуляется время. Да. Получается, вы хотите из меня сделать цирковую обезьяну, да? Конечно, хотим. В точку, прямо вот так вот хлопать в щиты буду, да, вот так вот. О, блин, это вообще невозможно. 5 минут, вы чего? Да, мы засекаем время. Так, нам лучше отойти. Да каких 5 минут? Можно хотя бы на траве это делать, чтобы падать было мягко? Ну ладно, давай. Давай на траве. Блин, ребят, я не знаю, это очень жестко. Это жестче, чем на... Блин! О, ребят, я придумал, я эту бочку просто протопчу, и все. И буду на ней стоять 5 минут. Стас, ты же хочешь ее выровнять и встать по новой? Да, хочу. Давайте, чтобы ему было проще, поддержим его лайком прямо под этим роликом. Ставьте лайк, чтобы ему было легче. Ты думаешь, лайк мне поможет? Конечно.
А куда он денется? О, ребят, если вы поставили, то реально помогает. О, я нашел точку, где она не двигается. Опа. О, ребята, смотрите, техника Человека-паука. Я так могу стоять и трястись. Но зато простою 5 минут на изи. Смотрите, могу даже так. Ну тебе еще целых 2 минуты стоять, понимаешь? 5, 4, 3, 2, 1, все осталось. О, мои икры. Поздравляю, ты смог справиться с этим заданием. Так, Леша, следующее, и надо придумать для него следующее задание. Вы только подумайте, а я отдохну, потому что пока вы будете думать, как меня слить, пройдет целый век. Не, подожди, стой, я уже придумал. У нас там на столе кактус стоит. Давайте он его просто закинет себе под майку, заправит майку, закинет под майку, а мы ее похлопаем его так по спине, по животу. Не, ну ты что, ты гонишь? Все колючки собрал, так сказать, чтобы ты стал ежиком. Это очень жестко. Это слишком жестко. У вас не было физических каких-то болей, а у меня почему физическая боль, а? То есть ты сливаешься? Если бы я слился на таком моменте, я был бы... Я не был бы самим собой, поэтому я готов. Опа. Смотри, очень ультра колючий кактус, даже колючий, чем в прошлый раз. Он твой. Леш, может, ты еще передумаешь? Ну ладно, живем один раз, испытываем разные ощущения один раз, поэтому let's go. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты можешь это делать, конечно, очень аккуратно, как хочешь, короче, делай. Ой-ой-ой-ой-ой. Оно майку проткнет. Оно майку проткнет, соберет колючек на майку, и потом майка будет колоть живот. Оно здесь. Знаешь, я уже передумал бить его, потому что если я буду бить, то колючки будут во мне. Ну да, логично, я тоже бить не буду. Давай. Ну я так, ударю щит. Ну давай. На! Ой, покалывает. Дима, а ну-ка теперь ты. На! Не, ну это было слабо, это было по руке. Это не по... А, чёрт! Оно прям бейпрессак. Все, можно мне прекращать держать там кактус? Я думаю, хватит. Да. Да. Конечно, да. Ой, блин. О, смотрите, у меня все красное здесь. И теперь я немножко землянистый. Ай, блин, колется. Так, давайте лучше кактус пусть живет с растениями. Посадим его вот сюда. Ребята, у меня уже в руках колючки. Так, в животе тоже, походу, колючки. Короче, мне надо срочно ванну все доставать. Пацаны, прикиньте, уже первый круг пройден. И все выполнили свои задания. И никто еще даже не слился. Но, Димас, теперь твоя очередь. И ты точно с ним не справишься. Ты уже придумал, что ему хочешь загадать? Конечно, придумала. Дима, ты же у нас очень любишь покушать. Если задание связано с едой, вообще изи. Эля, ты чё? А что ты придумала с едой? Это глупо вообще-то. Для Димы и с едой. Реально. Тебе нужно съесть 3 острых халапеньо, которые мы купили 2 месяца назад, и никто их так и не осмелился съесть целиком. Да, конечно, задали мне задачку. Ну ладно, я справлюсь. Давай, иди, что ты? Что ты стал здесь? Всё, давай, не тяни, давай, 3 штуки, чувак, быстро, пошел. быстро. Да, конечно, ребята, я сейчас очень сильно жалею о том, что не выкинул это халапеньо, потому что именно я его и покупал, потому что я люблю острое, и мне захотелось попробовать, какой на вкус вот этот халапеньо, и это просто адски остро. Все, ты давай лучше не говори, а ешь, бери и пробуй, тебе нужны штуки. Капец, у меня все чешется после этого кактуса, что с этим кактусом не так, смотрите, один раз укололся в руку, у меня все красное здесь, у меня здесь все красное люто вон, просто жесть, что с этим кактусом не так? Димас, это что, тот сам? Халапеньо? Я его, кстати, попробовал. Я помню, попробовал, и ты попробовал. Да, мы все попробовали. И это невозможно. Три штуки. Ясно, я понимаю. Это невозможно для вас. Для меня все возможно. Давай. Давай сразу 3. Дима. Ты че? Ты че сделал? Димас, ты же можешь, ну, как бы... Димас! Давай хотя бы молоко дам, запьешь. А у нас нет молока, Эля. В смысле нет? А, есть? Я не знаю, чье это. На. Проглотил. Димас, ты же не хочешь пить это молоко, да? Да. Ну, Стас, хватит издеваться. Да ладно, я не такой жестокий. Стой, на, Димас. На, попей вот это уже другое. Давай, пей. Не, не передать камерой, что это за перец. Ну, это вообще не передать. Хоть чуть-чуть помогает? Тут минимум час сострадания будет. Так, теперь тебе, Эля, придется тебя наказать за то, что ты Диме плохо сделала. Да, согласен, давайте накажем ее. Да, ты согласна, да? Да, конечно, согласна. Ну, что ей зададим? Да, у меня есть там одна идея. Какое? Очень хорошая. Ты же хотела там слетать на выходные в другую страну, правильно? Купила билеты, все такое. Да. Может быть, ты хотела бы их все смыть в унитаз? И твои, так сказать, выходные отменяются. Я думаю, хорошая идея, кстати. Леша, если ты просто хочешь со мной время провести, так бы и сказал.
Вот. Димас, ты слышишь? Ладно, ладно. Она сейчас будет смывать берет и унитаз. Все, погнала, погнала, давай, 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 давай. На самом деле, ребята, Леша знает, как важно для меня была эта поездка, потому что я летела к подруге на Кипр просто на время. Всего лишь на 4 дня, это был последний билет, и он это знает. Так, последний билет, это не последний билет твоей жизни, поэтому успеешь еще съездить. Успокойся, 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 успокойся. А ты мне вернешь деньги за этот билет? Вот это поворот! Я бы с радостью тебе вернул бы. Но ты же не хочешь этого, да? Да, ты же не хочешь этого. Это первое. А второе, если выиграешь челлендж, получишь свои деньги, купишь себе на, не на 4 дня, а на целых 2 недели. Угу. Ладно, все, погнали. Блин, ребята, смотрите, это реально билет? Я не хочу. А, он может не смыться. Порви его вот на маленькие частички и брось. Угу. Кстати, вот да. Кстати, да. Это не маленький. Давай вот прям на маленький. Оп, и еще. Все. И еще. Все, билета у Эли больше нету. А что в таких ситуациях делать? Смывать, смывать. Страховка предусматривает такие моменты. Все, все, нажимаю на кнопочку. Эй, а что ты сейчас чувствуешь, расскажи? Я тебя ненавижу. Ладно, на самом деле главное в этом челлендже почувствовать какую-то, знаете, страдание, боль, это неприязнь. Поэтому, Эля, я тебя хочу утешить, знаешь чем? Электронный вариант сохранился. Не тупи. Точно! Ух, это, знаете, woman забывает постоянно все. Это просто какие-то эмоциональные качели, Алексей. Так это челлендж такой. Все, погнали. Вот я боль с кактусом почувствовал на время, уже не болит. Но я почувствовал, и ты сейчас расстроилась на время, а теперь опять не расстроилась. Новые силы и так далее. Не пойдем, знаю, что сказал. Пойдем Стасу, Стас, туда не загадывай. Я, короче, попытался сказать что-то умное, но у меня не получилось. Давай, Димас, давай, давай, еще, давай, Димас. Ты сможешь, живой, мы до сих пор плаваем. Так, не, ну это против правил, успокойся, Димас. Ты же хочешь оставить лед в покое, правильно? Хочешь. А ты, Стас, хочешь засунуть вот эти два мешка себе в штаны? Хочешь, хочешь, конечно же, давай. Нет, два, один под майку вот сюда, а второй в штаны. О, хорошая идея. Давай. Давай. Кстати, у меня уже острота немножко прошла после льда. А еще, кстати, я вспомнил, что в холодильнике есть еще лед. А, да? Да. Ох, как повезло, так как повезло. Вы чего? Мне хватит двух пакетов. Зачем? Ой-ой-ой, сколько его здесь? Так, держи, держи. Давай, засовывай все себе. Штаны и под майку. Спасибо, блин, друзья. Так, спасибо. Аля, а ты отвернись, тебе нельзя такое смотреть, перейди в другую комнату. Не, ну неплохо получается, хочу сказать, неплохо. Наконец-то страдает не Дмитрий, а Станислав. У тебя была огненная боль, а у него ледяная. Так, тихо, не кричи, еще раз будешь соседей. Да. Я могу поддержать, если ладно, что. Давай мы поможем, чтобы он быстрее это сделал. Так, ему всего лишь надо 10 секунд продирать, когда все заполнится. Давай. Ребята, блин, ну подождите, хватит уже. Давай. Подожди, стой. Ну все, давай, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, доставай! Вам конец. Вы жестко нарвались. Повезло, что на улице еще жарко. Ну что, он справился? Так, Стас, ты готов давать задание кому там следующий у нас? Я не готов. Я не скажу это слово, но я не готов. А, ну, когда будешь готов, скажешь, я пойду отдохну. Вроде бы следующий я, да? Снова. Стой, да, стой тут. Давайте думать ему задание. Так, Леша у нас самый энергичный и такой спортивный, да? Странно звучит, конечно, но естественно. Значит, ты должен пойти на гору и найти там редкий красный цветок и принести его нам. Ты же хочешь это сделать, да? Какой именно цветок? Есть красные розы, есть много разных цветков. Ты мне объясни понятнее, что ты хочешь. Так, ты маковые булочки любишь? Конечно, их не любят. Ну вот, значит, ты мак мне принеси. Цветок такой, красный. О, хороший заказ для повара. Ага, я как раз булочки сделаю вечером. Это гениально, мы его сейчас жестко загоняем. Он пойдет туда искать, его 100 лет пройдет на это. Я вообще не знаю, как он выглядит, конечно. Пойду загуглю, и если он тут водит, то найду. Так, теперь я выполняю, да? Получается, мы сузили наш круг битвы до троих, да? Ага. В общем, ребята, я загуглил, как выглядит это растение. Вот, смотрите, это такой красный цветочек, и из него делают булки. Я не верю в это.
Это странно, мне надо его найти. Кстати, напишите в комментариях, какая у вас сейчас погода. Потому что у нас очень жарко, тут градусов может 20-30. Вот так, знаете, вот так колебается между 20 и 30. Очень жарко на самом деле. Ух, ладно, будем искать вместе с вами это растение. Потому что проигрывать я как бы не хочу. Я не понимаю, где может быть на самом деле этот цветок. Давайте посмотрим в этом поле. Посмотрите, какое здесь поле здоровое. Может быть, он где-то здесь растет. Потому что я вычитал, что этот цветок растет в любой точке планеты. Даже у вас в стране он может расти. Вот так. Блин, я подумал, это змея. Так, ну я не вижу здесь никаких красных растений. Ладно, я не хочу ходить по этому полю. Давайте разворачиваться. Сейчас такая классная погода. И, Димас, у меня есть к тебе предложение. Какое же? Мы поедем с вами в парк аттракционов, и ты оплатишь нам такси туда-обратно и аттракционы. Ты же согласен? Где женщины? Если что, счет делить на троих нельзя, и на двоих тоже. Платишь только ты, да? Ты же согласен? Ты же хочешь нам проплатить все наши развлечения? Да, конечно, эти женщины, они только умеют что разорять мужиков. Ладно, хорошо, поехали. Красава, чувак, я собираться погнал в парк. Так, ребята, я нашел какое-то странное красное растение, вот смотрите. Вот. Но это не мак, это что-то другое. Я тоже не знаю, что это. Посмотрите на это. Кстати, знаете, как это называется? Я вам подсниму еще раз. Я просто впервые в жизни вижу. Поделитесь информацией, чтобы я тоже знал, как это называется в дальнейшем и мог кому-то рассказать, когда мне кто-то спросит, что это такое, потому что я не знаю, что это такое. Так, а мы продолжаем искать наши красные растения. Другое, конечно же, другое. Так, ну что, вроде мы приехали, теперь Димас нам должен купить билеты, да? Подождите, а разве мы договаривались на билетики? Да! Конечно, а договаривались. Мы договаривались, ты же хочешь купить там билеты в парк? И себе тоже, да? Да, хочу, погнали. Ну иди покупай. Так, Эля, а ты, может быть, хочешь мне вон цветочков нарвать их, да? Красненьких. Конечно, хочу. Так, ребят, ну это, на самом деле, это очень крутая игра, и вы с нами тоже участвуете. И поэтому для вас задание. Вы же прямо сейчас хотите нажать на красную кнопку, да? Поэтому быстренько нажимайте, вам не сложно, а нам приятно. А мы погнали дальше. Мне кажется, тут штрафы за такое. А, ну, а ты же хочешь заплатить права. Штраф, если меня накажут? Да. Да, поэтому и дерви. Так, какой-то странный спуск. Не знаю, куда он меня приведет. Смотрите, фиолетовый цветок. Фиолетовый цветок. Такой вы можете встретить везде. Я его миллион раз где видел. Не знаю, как он тоже называется, но мне кажется, он есть у всех во дворе. Фух, я уже устал на самом деле ходить, но сдаваться не хочется. Все, билет я купил, и теперь настает время моих заданий. И первое тебе, Эля, прокатиться без эмоций на этой американской горке. Эмоций? А вот так, просто едешь вот так. То есть, ну, у тебя должно быть лицо вот такое? Че, вообще, что ли? Либо. Конечно, согласна. Мы знаем, что Эля очень не любит такие аттракционы экстремальные, а теперь ей придется побороть свой страх. И если, смотри, если ты улыбаешься, то ладно, ты стойте. Проиграла. Ребята, теперь у меня к вам вопрос. Хотите ли вы со мной прокатиться на вот этом вот аттракционе? И вы, кстати, тоже не можете сказать волшебное слово. Все, погнали. Она пирога разобрала, пока. Да, ребята. Кто мог знать, что спустя столько часов поисков они будут не зря? Мы нашли с вами, знаете что? Реку. Мы нашли реку, ребята, смотрите, там река. Воу, там река. На самом деле, ладно, это не то, что я искал. Я нашел мак. Вон он там, смотрите, красненький. Так до нее надо как-то добраться через все эти колючки. Так, давайте попробуем пройти как-то здесь. К нашей цели. Вот же он, посмотрите на него. Это, короче, мак. Так, задачу мы выполнили, получается. Давайте его сорвем аккуратненько. Бац! Все, я его нашел. Получается, миссия комплит. Теперь главное его не потерять. Не зря мы сюда спускались. Не зря. Ух, я на самом деле думал, уже не найду. Но все-таки нашел, за это вы просто обязаны влепить много лайков. Я постоянно оборачиваюсь для того, чтобы, если что... Ну, вы понимаете, что я оборачиваюсь, чтобы на меня какая-нибудь змея не прыгнула, в случае чего, потому что здесь это очень распространено, когда мы были в горах, там были змеи, а на гор, в принципе, недалеко, вон горы, там, ну, типа, на самом деле, кажется, что далеко, но это 5 минут на машине. Я ставлю ставки на то, что Эля закричит 100%. Ребят, тоже сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, вылетит Эля сейчас или нет. Я думаю, что вылетит. Мы уже сели на аттракцион вместе с нашим оператором, который любезно согласился сесть со мной. Ребят, короче... Так, ребята, все уже потихоньку начинается. Эллен, проигрыш уже близко, потому что там что-то завертелось, и, походу, она уже начинает ехать. Ребята, мне очень плохо зафиксировали эту штуку. Все, мы нереально очень плохо зафиксировали. Не надо так близко мне показывать. Я выгляжу как рыба. Так, теперь просто ожидаем Элленова проигрыша. Там, ребята, что с ним будет происходить, никто не знает.
Знаете, ребят, я уже думаю просто проиграть. Мне кажется, самое главное правило — не смотреть по сторонам, и тогда все будет нормально. Я смотрю по сторонам. All I need is the love of tonight. Так. Момент X начинается. Сейчас услышим ее крик. Она закричала почему-то. Мне тоже кажется, потому что это выглядело очень жестко, ребят. Короче, ребята, я проиграла в этом челлендже. Я закричала, я завизжала. Я оглушила нашего оператора Артемия. Так, Эля, признавайся, ты проиграла или нет? Да. Реально? Да. Ты закричала? Я тоже проиграла. Я просто ехала, я вот так вот. Зря. Зря ты захотела поехать в парк аттракционов. Сразу же проиграла. Послушайте, ребята, там... Все, давайте отойдем от Седова. Безопасности. Кстати, раз я с вами уже тут вещаюсь, рассказываю разные интересные штуки, я хотел бы вам рассказать, что у нас сейчас скидка на мерч действует, 40%, между прочим. Если у тебя было желание когда-то приобрести наш мод, быть таким же стильным, модным, знаете, в японских стилях, ну, короче, по моде быть, то ссылочка на мерч в описании. Переходи, бери, пока есть такая возможность. А еще, для всех, кто ждал, выжидал, терпел, читал первую часть нашего комикса, я уверен, вы этого ждали. Скоро выходит вторая часть, и она очень крутая. Спойлер, мы там, получается, залетели на планету, где джунгли. Там есть волшебный камень, который мы, получается, похитили, как дурочки. Точнее, как мы, Димас похитил. А еще у меня там была суперспособность, как у Человека-паука. Короче, пушечный комикс, он скоро выйдет. Поэтому, ребята, берем мерч, ждем комикс. И все это по ссылочке будет в описании. Переходите, смотрите, все такое. Ну и пока вы переходите, можете подписаться на канал, поставить лайк. Ну что, Эля, рассказывай, как вообще впечатление? Впечатление — полная жесть. Там ужасные меры безопасности, как я это уже сказала миллион раз. И на горке я тоже об этом кричала. Там просто вот так вот нараспашку открывалась эта штука, я могла выпасть. Поэтому ты теперь проиграла, да? Да, я проиграла, но зато я теперь могу говорить нет. Нет, 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 ни за что. А вы не можете. И что? Вообще-то мы победили тебя, если ты не знал. И у нас есть шанс выиграть косарь боксу. А у тебя нету. Стас, а давай-ка ты выбьешь мне игрушку. А что это должен тебя слушать? Ага. А, ты проиграла. Ты скажешь нет? Вот хитрая женщина. Хитрюга ты, конечно. Ну да, хочу, и что? Все, пойдем. Капец, сейчас деньги еще тратить женщине на игрушку. Так, Эль, мы пришли, я готов, в принципе. Я уже размял руки, но если я тебе не выбью игрушку, то ничего страшного, да? Нет. А, ну она же может говорить. Ладно, ну я попробую, я постараюсь. Я хочу Винни-Пуха, давай. Давай, Стас, не подведи. Блин, давай! Вообще мимо полетел. Ладно, лепешку надо нормально вмазать. Надо все банки скинуть, да? Да. Так, у меня последний мешочек остался, и там еще 4 банки. Мне кажется, тебе не повезло сегодня. Давай, Стас, ты сможешь. Слышала? You lose. Значит, игрушки тебя не видать. Все, Эля, больше мы твои задания не выполняем. Понятно? Я тут вообще-то промазал и опозорился. Так, Димас, у меня первое для тебя задание. Какое? Набить самую смешную переводную татуировку себе на лицо. О, это очень крутое задание. То есть ты хочешь, чтобы надо мной все в парке смеялись? Да. Подожди, Димас, ты же хочешь, чтобы я тебе выбрала эту татуху? Да, хочу. Вот, Эля, пожалуйста, выбирайте и набивайте. Ты до последнего не узнаешь, что у тебя будет на лице, но мы уже обо всем договорились. Да, ребят, как вы все знаете, Дима любит птичек орлов. Вот мы и сделаем из него птичку орла. Наконец-то он станет настоящим орлом. Не только в сердце, но и на лбу. Это да. Ладно, пока Димаса красит, мы пойдем с Элей купим что-нибудь сладенького и вкусненького. Я например... очень хочу сладкую вату. Это же парк аттракционов, тут самая вкусная сладкая вата. Мы взяли карточку Димаса, конечно, потому что он за все сегодня платит. Да, кстати, вот такая вата здесь огромная, крутяк. Димас, ты почти готов. Как у тебя вообще настроение? Отличное, Стас, спасибо большое. Ну ты же орел высокого полета, так сказать. Не поспоришь. Ты больше похож на курочку-гриль. На петушка. Тебе не поздоровится, Стас. Ты такое поймешь потом. Не знаю, он, походу, уже в орла превращается, забывает петух язык. В гневе. Надо отойти от него подальше. Да, конечно, не ожидал такого от Стаса. Ну ты и крысюк. Теперь, ну, Стас, подожди. Ты же хочешь сейчас свою сладкую вату съесть за 10 секунд, да? Да. Быстро. Ну, может, для меня это сложно. Вату просто вот так легко съесть. Смотри, смяли в комок. Давай, у тебя остается 5 секунд. 4, 3, 2, 1.
А теперь ты хочешь съесть Элину вату за 10 секунд? Что? Да? Погнал! Давай, давай, Саш! Эля, это нужно для видео! Эля, прости, но такой видос. Орел недоделанный, все. Наоборот, доделанный, смотрите. Ребята, вы бы знали, как сложно ее есть, когда ее смял. Ну ты молодец, справился с заданием. Чувак, у меня сейчас все слипнется внутри вместе с попой. Да, я чувствую себя на самом деле, ребята, кринжовенько в парке. Да. Надеюсь, нам кто-нибудь подойдет сфоткаться. Все, пошел, орел, пошел. Вот это, конечно, здесь видок, да? Ага, ага. Так, Димас, ну что, у меня появилось для тебя новое задание, так сказать. Какое? Слушай, пацаны, Леша звонит. Дай. Алло. Слушай, ты давай тут не это, ты сам нашел маг? Димас, он нашел маг. Красава. Я думал, целый день его будет искать. Да, хотим. Димас, хорош. Что? Он спросил, не хотим ли мы сейчас прямо поехать к нему и выполнить его задание. Я сказал, что да. Вот так вот, значит. То есть мы приехали в парк аттракционов и даже не покатались на них. Ну, получается, да. Ну, а что делать, Димас? Это так. Игра, это битва. Димас, ты же помнишь, что мы едем за твои деньги? Да, помню. Ладно, едем домой. Надеюсь, Леха там ничего такого жесткого не придумал. Ну что, Леха, цветок нашел? Ясен пень, кстати, а где твой орел? Мне говорили, что ты будешь с орлом на лице. Все, он уже улетел, так сказать, на свободу его пустил. Понятно, Стас, где потерялся? Ну, он что-то отравился и сейчас в туалет застрял. Опа-на! Хороший момент, ты же сейчас хочешь ему набрать, скажешь, чтобы прямо сейчас сюда пришел и забил на толчок? Да, Леха, хочу. Сейчас. Давай, набирай, набирай, набирай ему. Организуем. Алло, Стас, ты же сейчас хочешь не пойти в туалет? Я не хочу, я хочу пойти в туалет, Дима. Это нечестно, вы пользуетесь читерами, читерскими ходами. Какими читерами? Мы просто хотим выиграть. Либо ты идешь к нам, либо проигрываешь, все. Либо говоришь волшебное слово, не пойду. Если человек захотел в туалет, по-большому нужно сразу сказать, ты не пойдешь, и все, человек должен наделать штаны, да? Да, именно так, ты правильно все понимаешь? Нет, я не хочу. Да, Леха, ну ты даешь, просто слил Стаса. Это он сам себя слил, он пошел в туалет сейчас, конечно, сливать то, что у него там внутри, но он-то сам слился, правильно? Он мог сюда прийти, добить как-то челлендж, что-то придумать такое жесткое, чтобы мы слились по-быстрому и побежать толчок. Либо в штаны наложить и выиграть. Вот именно, косарь баксов, либо в штаны наложить. Реально, просто потом постирал штаны и все нормально. Короче, я тут не просто так стою на самом деле. Видишь бочку? Да. Красивая бочка, правильно? Да. На ней еще Стас стоял. Ага. Короче, я рассчитывал, что ты придешь своим орлиным лицом и умоешься прямо в ней. Так зачем, если я в умывальнике умылся? Вот именно, теперь мне надо придумать другой способ, и я его уже придумал. Ты же прямо сейчас хочешь засунуть свою голову в эту бочку и продержать там 2 минуты без воздуха. Вот в эту, вот именно в эту бочку. Смотри, сколько тут воды. Специально для тебя набирал. Недаром же ее набирал, как бы. Да, конечно, ребята, хочется отказаться, потому что, как бы, Леша задает второй челлендж подряд, но он уже задал. Поэтому я отказаться не могу. Именно так. Я, так сказать, принимаю этот вызов и готов это сделать. Так, только подожди, я камеру туда положу, чтобы было смешнее, окей? Ты не против? Да, хорошо. 2 минуты. Ты готов? Блин, может быть ее пить и одновременно держать голову? Так не продержишься 2 минуты. Давай, 3, 2, 1, погнали! Ну, прошло всего лишь 4 секунды, подождем еще 5, а потом будем выполнять разные смешные штуки. Вот, например, такие. Опа! Пас, прошло только 20 секунд, тебе еще целая минута 40 секунд. Да, 20 секунд осталось, короче. Димас, у тебя, короче, 20 секунд и 20 поджопников. Разминочка. 2, 1. Ну ты крысюк, Леха! Получается какая-то рыба морская. Нет, за поджопники ты сейчас, конечно, получишь. Ты же хочешь прямо сейчас взять свой телефон и удалить основной канал навсегда с Ютуба. Хочешь, да? Ну, я считаю, что это вообще максимально несправедливо, понимаешь? Так можно было с самого начала сказать. Зачем ты такие испытания? А зачем ты мне поджопники? Ладно, если бы без поджопников, я бы тебе такое задание не задал. Но с поджопниками ты меня позорил на всю аудиторию. Да, понял? Я понимаю, но смотри. Поэтому говори либо да,
Либо выполняй, либо смотри, это было смешно, а ты делаешь то, что не смешно. То есть я по-любому проиграю сейчас. Ты не хочешь продолжать сражение, ты хочешь просто забрать деньги. Вот обидела тебя тогда? Да, ты меня обидел. Нет, конечно, не буду удалять канал. Смеяться нечего. Я знал, я просто оставлял этот коронный прием на конец. Окей, а если бы был бы не я в конце, то что? Что, а сказал, остался, удали канал? Нет, я просто знал, что ты будешь в конце. Ладно, ребят, я говорю то, что вам понравилось это видео. Я не знаю, чем они там занимались, мое путешествие, я думаю, вам понравилось. Вы за него обязательно поставьте лайк. Не знаю, что у них там было, вы тоже за это поставьте лайк, напишите крутой комментарий, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр, вертушечка всем. Тебе грустно, у меня вопрос, почему не видел новый видос? На Марсе летим, стать Димас или летим. 6 мультов, а то прости, 10 мультов, то перейдем. На Марсе летим, стать Димас или летим. 6 мультов, а то прости, 10 мультов, то перейдем.